Доброе время суток, 15 апреля 2016 год, город Таллин. Вот вам возле моего дома построили новую пятиэтажечку и шестиэтажку. И вот во дворе уже по стандартам каким-то обязательно должна быть детская площадка. Кстати говоря, моя дочка обычно ходит сюда, недалеко от дома, пешком 1,5 минуты. Из окна можно наблюдать, как она играется. На улице, где я живу, есть еще вот такая вот новостроечка, пятиэтажка, наверное, и снизу гаражи. И во дворе у них тоже по стандарту какому-то детская площадочка. Между прочим, даже здесь придут не с этого дома поиграть, никто здесь выгонять никого не будет. То же самое, горочка, качели, лазилка, ну как-то так. Все это на фоне и панелек тоже. Улица Кульднока. Ну вот это мой дворик. Здесь еще советские одеяла, не знаю, чистки. А там когда-то была детская площадка. Покажу, что осталось. Это двор моего дома с другой стороны. Принадлежит вроде бы нашему товариществу. Ну, пойдем посмотрим. Продолжаю идти по своему дворику. Ну вот здесь когда-то была детская площадка, наверное. Песочница была. Еще что-то, эти круги советские, ну, ничего не осталось, все спилили. И даже при таком, как бы, убитом состоянии, все чистенько здесь. Остались еще сушить белье, наверное, здесь развешивали. И веревку свою ставили, чтобы не воровали. Честно говоря, я помню, даже видел еще с лоджии, здесь когда-то была песочница. Даже не могу понять, где. Ну вот это мой дворик. Сейчас пойдем за этот дом и покажу еще детскую площадку. Вот еще рядом стоящий дворик. Здесь, правда, без детских площадок, но они отгородили свою территорию таким вот заборчиком. Это вот эта пятиэтажка. По номерам я сейчас не скажу. Точно так же белье можно посушить и мусорные контейнеры. А мы идем все-таки вот за этот дом. На детскую площадочку. Проблемы парковок у нас существуют везде, в Таллине. Но при этом, по крайней мере, в моем близлежащем, в моем районе, в близлежащих домах, он не выговорил слова, машины все-таки на газонах не паркуются. Я, по крайней мере, не видел. В других районах, возможно, не знаю, не проверял. Еще один дворик, пожалуйста, за этим домом, куда мы и шли, куда я и шел сейчас. Как называется, каждая площадка сейчас сделанная обслуживается фирмой. Ходят, проверяют, чтобы здесь ничего поломано не было, починено. Вот так вот песочек здесь. И каждая площадка что-то значит. Ну, скажем, это я не могу даже представить, типа переговорное какое-то устройство, типа замка какого-то, не знаю. Также здесь есть вот в красные для занятия спортом, уже для взрослых людей. А мой дом находится вот за этой пятиэтажкой. И смотрите, пьющих здесь нету. Пивко никто не пьет, сигареты не курят, да вообще никого нету. Не сказал бы, что площадка сама чистая, площадка сама такая, вроде бы грязная, непонятно, что это, скорлупа или что. А сами дворики вон, убранные, почищенные. Кстати, плитка, походу, еще советская вот эта. Покажу поближе. Такие тоже штучки нередки. Пункт тренировок. И здесь показано, как человек может делать упражнения, занимаясь спортом. Конечно, это все не бесплатно. Походу, все за наши налоги. Эта штука, я думаю, все-таки от города поставлена. Хотя, может быть, и квартирное товарищество, не знаю. Честно говоря, если не знаю, я говорю, не знаю. Не обратил внимания, но оказывается, эти дворики еще даже и не убирали. Вот серьезно, вот показываю камерой, двор не убран. Почему я определил? Да потому что здесь еще от Нового года блески остались. Вот тут, и оно раскидано очень много. От Нового года, так что еще здесь убирать будут. И это считается, значит, грязный дворик.
И сейчас подошел к парку Лёвенрух. Вот по левой стороне какие-то полоса препятствий, не знаю, до такого среднего возраста. А там можно пресс покачать, не знаю, трицепсы, бицепсы. По правой стороне попробую показать более такая тоже полоса препятствий, да, для более взрослых детей, лет так 10-13. А вот такие вот площадки детские есть почти, наверное, в каждом районе. Вот в моем районе Кристины, в парке Лёвенрух, сделан в виде замка, на штромке в виде корабля. Значит, здесь замок для более взрослых полазить, по правой стороне для более маленьких. Ну, я сейчас, короче, покажу. Вот такой замок поближе. Это все обслуживается фирмой, следят за этим, чтобы ничего не было поломано, что ломается, сразу чинится. Такие там переходики и подъемы. Продолжим по общественной, как бы, площадке, не дворовой, а общей. Кстати говоря, здесь более так грязно все-таки. Опять полоса препятствия. Детей мало, кстати, как ни странно. О, я пройду тут тоже. Вот такие проходы есть. Кораблик. И вот там для более маленьких детей. И качельки. И возле таких вот площадок, не раз показанный мной, парк Лёвенрух. За пределами общественной игровой площадки для детей есть еще маленькая такая с интеллектуальной игрой крестики-нолики. Я за крестики. Я выиграл. Это, наверное, для родителей, которые общаются, пока дети играют. Вот на такой вечерней ноте таинской в парке Лёвенрух я закончу. Показал, как играют, могут у нас играть дети, по крайней мере, в моем микрорайоне. Но, к сожалению, детей нету. Наверное, все уже за компьютерами сидят. На сегодня, пожалуй, все. Всем спокойствия и мира. Главное, мира.